Индонезия богата своим культурным наследием, интересными обычаями и традициями. Так, 14 октября в актовом зале Института управления экономики и финансов прошло открытие фестиваля индонезийской культуры «Чудесная Индонезия», который проходит в рамках сотрудничества между Республикой Индонезии и Республикой Татарстан. Мы выбрали Казан, потому что Казан есть культура, которая похожа как нам. И в Казани это наше третье мероприятие. На сегодняшний день главной целью культурного развития является культурирование идеи единства индонезийской нации. При этом не уничтожается и самобытная культура отдельных общин, населяющих Индонезию. А наоборот, ее развитие всячески поддерживается на государственном уровне. Все это позволяет усилить национальное самосознание жителей страны. Этим вечером индонезийские студенты познакомили не только со своей культурой и обычаями, но и представили обширность национальной кухни Индонезии. Индонезия очаровывает своим разнообразием, культурные традиции, ритуалы, древние храмы, уникальная природа, танцы, образ жизни. Индонезия меняется от острова к острову, от региона к региону, но везде вы встречаете с рожденным дружелюбием индонезийского народа, который невозможно забыть, что делает страну одной из самых необычайных в мире. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.